Райдеры — это такие спортсмены или любители, которые катаются на вот таких вот маленьких самокатах. И как раз-таки за моей спиной сейчас на вот таких маленьких самокатах выполняют очень сложные и непростые трюки. Есть две категории. Стрит и парк. Стрит — это когда ты прыгаешь со ступени или с какой-то возвышенности, скользишь по перилам, по граням. А парк — это когда ты делаешь крутилки над головой. А где учитесь? Вот где учитесь? Сами. Всегда сами. Ну, может быть, когда кто-то выучил, получается, трюк, он, может быть, поможет, какие-то советы как даст, правильно. Как правильно сделать. Ну, может, подсматриваете в интернете. Ну, да, ну, иногда конечно, бывает. Да. А есть у вас какая-то кричалка, может, фирменная? Вот у них это «Але!» «Але!» Защита — это очень важная вещь, она придает уверенность. Вот ребята пренебрегают этим, это очень глупо с их стороны. Защита — это всему голова. Сложность трюка, амплитуда прыжка и удачное приземление. Если три пункта выполнены, спортсмен-любитель превращается в крутого райдера. На этом региональном чемпионате спортсмены показывают трюки на перспективу. Такой же отборочный тур прошел и в Тирасполе в Екатерининском парке. После состоятся республиканские соревнования, и уже там спортсмены сразятся за призы. Вот рядом со мной как раз-таки организатор Саша, который только-только написал экзамен по математике и сразу сюда прибежал. Как экзамен по математике сдал? На 4. Вот отлично. Я снова на самокате, только уже на чужом, каком-то другом. Выбрала себе вот такой вот желтенький. Саша, научи меня кататься. Трюки какие-то. Кататься — это понятно. Вот так вот оттолкнулся и поехал. А трюк какой-то? Две ноги на доске. Две ноги на доске? Да, вы должны ехать. Вы на месте не сделаете. Семен. И вот так как-то? Ох, убрать ногу, да. Да, не стать мне райдером, пацаны. Саша, давай, ты делай трюк. А, я? Да. Вы повторите. А я повторю. Вот, вот, видите? Вот так. Только две ноги на низко. Вот так и становятся райдерами.